Сентябрь, конец сентября 2023 года, днем плюс 20, мы идем гулять по Бирюсинскому заливу. Час дороги до Шумихи и пересаживаемся на катер. Нас встречный ветер, высокая волна, скорость катера, тем не менее, позволила за полчаса добраться до самого Бирюсинского залива. Но поскольку встречный ветер, то мы решили, что нас лучше забросить до конца маршрута, до Козыревского зуба. Тем самым мы убиваем двух зайцев, смотрим все красивые места, достопримечательности с катера, а потом идем спокойненько, гуляем, возвращаемся, уже ни в чем себе не отказываем. Стоимость такой заброски в среднем 5000, зависит от того, какое транспортное средство и сколько человек. Сам залив порядка 15 километров. Мы прикинули, что забросив сюда, стартанув в 12 часов, к 5 часам вечера, мы спокойно пройдем эти 15 километров до устья Бирюсы. И оттуда нас обратно заберет катер Диана и доставит в Шумиху к нашим машинам. Но справились за 4 часа. Особенности экипировки вне сезона, зима, осень и весна, отличаются только тем, что на ногах резиновые сапоги и чуть больше запасных вещей на случай, если что-то пойдет не так. Ну, естественно, всегда с собой термос с горячим чаем и дождевик. Бирюса не такой простой маршрут, это не мана, здесь нет такого течения, которое бы тебя вынесло в любом случае, поэтому требуется все-таки какой-то опыт, устойчивость на доске. А вот дочь в течение 4 часов все-таки устала все время, сидя на коленках, то на попе, вот постоять бы на доске было бы очень полезно. Всем сап!